Перископ майки.орг. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Сука, на ту и рука трясет слово. Нет, не могу. Спина болит, сука. Выпущу, братан. Как сам ты? Просто, бля, очень, очень сложно, на самом деле. Но зато я немного научился биты писать, там, типа, что-то понимать начал, время не зря потерял. Ну, по крайней мере, для себя. Не, ребят, короче, по релизу я не успеваю, просто не успеваю. Но я хотел 13-го трек дропнуть. Я бы его дропнул уже, просто некоторые люди говорят, когда слушают, что как будто им наждачкой нахуй по уху ебашит. Ну, типа, сведение такое, типа, не очень. Поэтому вся проблема в сведении. Но в любом случае советую дождаться. Это новый стилек, наверное, будет. Но не наверное, точно. Я стану, не делаю сейчас. Нахуй надо. Да по-любому будет пиздато. Я типа не потратил зря время, я считаю, наконец-то. Да-да, на всех площадках будет. По-любому. Но я еще на самом деле ни с кем не договаривался. Да я знаю, блядь, что мне принесло популярность, ёбаный в рот, что ты мне рассказываешь? Послушай мой релиз, который выйдет, и поймешь все. У меня тоже есть друг Марк, он раньше занимался карате и хлопал типов, потом получил травму. Так что у меня тоже есть друг Марк. Ложные связки просто. Если ты будешь орать, ты мало того, что и дыхалкой не вывезешь, так еще и, блядь, сорвешься. Да, бля, мне не хочется быть звездой, мне хочется просто получать хорошие бабки за свою музыку. Потому что я считаю, что я могу делать намного лучше, чем большинство тех, кого котируют. Поэтому мои цели такие вполне себе реалистичные. Да, бля, что за судороги, нахуй? Да, гастрайтинг тема, я, кстати, вот промываю за эту движуху. Да ебаный урод поставили какой-то. Так. Топчик. Ну, никто, по сути, не слышал, что я готовлю. Кроме тех, кто сидит со мной на студии. Так что, хуй его знает еще. Да не в бабках дело, бро. Просто музыка. Леджер, ну я вообще весь второй мочевился. Не выходил из дома месяц. Просто сидел и писал. Тупо писал.
шум на заднем плане. Не знаю, что это может быть. Хата как бы такая не очень, как сказать, ну не очень хорошая, престижная, не самый лучший ремонт, поэтому могут быть всякие призвуки от техники, которые уже не вывозят. Кроссы, да, в адиках хожу в летних. Надо зимние купить. Бля, даже не понимаю, как на твой вопрос ответить. Да, блядь, взлетит, не взлетит. Вы вообще нахуй не о том думаете, чуваки. Вообще просто не о том. Чуваки, ебать, я хуйню сказал. Сегодня слушал трючок, мне скинул типчик. Там такой полугаражовый став и дроп. Такой пол. Дабстеп, ADM, вообще в ахуе с него, всю тренировку его слушал. Кровосток никак не отношусь, вообще, ну, просто никак, параллельно. Да, возможно, однотипный, я тебе говорю, еще ничего не слышал ты. Как бы ты можешь судить, потому что есть, не поебать. Если тебе так хочется, но я предлагаю тебе послушать релиз. Кого из наших МС? Никого, не знаю. Не думал об этом. А, потому что, наверное, блядь, их два разных человека писало. Как тебе Сургут? Ну, я когда в Артовске жил, мы туда стабильно за шмотками ездили. Ну, я себя еще никак не проявлял. Все думают, что я какой-то, видимо, дурачок, типа, отошел от, ну, от музыки, типа, которая стрельнула, и все, нахуй, типа, никому не нужен. Занимаюсь полной хуйней, ничего не выпуская, ну, типа, типично достаточно. Так. Треки для мясорубки. Это какой такой трек? А, я понял, о чем ты. Не-не, он же не для мясорубки, была популярной темой. И я, ну, следил и хотел туда попасть одно время. Да, по-любому похудел. Я начал тренить, я уже просто посмотрел на себя и думаю, ебать, ты нахуя в зал-то вообще ходил? Вильчуга? Да, бля, Вильчуга хуй найдешь сейчас. Обычно беру шампунь, короче, понял, типа, ну, есть такая штука, шампунь называется. Вот, им на волосы мажу, я не знаю, так делают люди, но я вот так пробую мыть. Ну, мы ездили чисто в этот, блядь, в торговый центр, как он там называется, здоровый, бля, не вспомню. Но он прям на въезде в город. Интимен за цену недавно гараж кидал фобос. Ну, если кто таком я думаю, то все заебись. Да, есть маска, здесь лежит. Все, причем маски. Да, знаю эту студию, я же на ней пишусь, бро, ты че? Ну, временно.
Грустный. Да, бля, не знаю, может опять загнался, подумал о чем-то. Бывает. Не, я тяжелой атлетикой не занимался никогда. А, есть такая история про борьбу, короче, я рукопашкой занимался, и там, получается, до нас были борцы. И один раз к нам мужик подходит, ну, который тренировал, и говорит: ну чё, пацаны, не хотите побороться на соревнованиях? Ну, мы такие: бля, давай поборемся, вообще без базара, ну, молодые. Все, приходим, у меня отец с работы отпросился. Все, мы просидели там, короче, 5 часов. В моей весовой категории никого не было, и меня объявляют, типа, Золотухин Андрей, первое место. Я вышел просто, короче, забрал себе призы и съебался, охуенно отборолся. На альбом. Ну, большую часть, да, сам написал. Какой вопрос я игнорю, напиши еще раз. Она не с Алиэкспресса, у меня у кореша мама держала магазин фэншуйский, туда завозили всякую дичь на Хэллоуин. И вот в 4 классе я, по-моему, приобрел эту маску. Битмаря, Рене, не знаю от кого. Бля, ну вот это у тебя, конечно, вопрос, чувак, про сам ли ты качаешься. Вот лучше зайди в интернет, почитай немного. Не хочу прям это. Совсем грустный какой-то вопрос. Весовая, я не помню, бро, я пиздюком был. С волосами, да, наверное, когда-нибудь отстригу их. Просто у меня за все это время есть, ну, накопился план определенно, накопился план сильно. Ну вот, в общем, мне надо его придерживаться, точнее, своей тактики. Да я всегда всякую хуйню голосом делал, так что в раннем возрасте. Да, слушал альбом Икса. Воа, чисто оставили, видимо, какую-то напевку. Ну, с его фристайла и все, а так неинтересно было. Да разные биты я пишу. Разные. Не знаю, какой отмечу трек. Там есть достойные работы по звуку. Да, в Урфу. Бля, там, видимо, много вопросов, я так медленно все листаю. О, видос Шараги. Это не Шарага, это школа, я не учился в Шараге. Да, есть на пальцах. Привет. Я похож на чувака с температурой. Короче, я вниз листаю. А, нет, вот уже. Тур свой будешь делать. Ну, если все получится, то конечно. Бля, опять проигнорил, сука. Бля, ща попробую найти. Извини. Ты уж так просишь. Бля, ну и где твой вопрос? Устал. Короче, я листать. Ты типа после школы вообще не учился? Нет, я закончил универ. Пришлось, блядь, закончить его, но я его закончил. Это не так сложно. Сколько лет вокалом занимался? Много. Под какую музыку тренируешься? Раньше тренил под Linkin Park и на тяжелых подходах включал всегда один момент во From the Inside, там где он орет. И под него, короче, постоянно тяжелые подходы делал, года 4 подряд, не заебывало. Сейчас под более такую, типа,
пчеловую музыку ебашу, потому что уже как бы, ну, без разницы, лишь бы просто не слушать, вот что в зале играет эта залупа попсовая. Стритболом еще занимаешься? Не, но разъебать смогу вообще вполне. Стрит моей душе, пацаны. Сколько волосы отращивал? Да не знаю я, сколько отращивал, может, чуть меньше полугода. Тут половина не моих волос. Может, не половину, может, где-то вот так. Я потому что же отстригал. Да, пиздец, как чесалось, я думал, я умру нахуй просто. Да, пытали. Как ты узнал? Сняк пыла биты. Не, батлами не хочу заниматься. Bullet for my Valentine, я такое не жарю за это. Сам учился дома, расщеплял, пока не получилось. Да, буду на этом, на концерте у Никиты. Не вижу опять. Что за тарантул на башке? Бля, почему типы, которые спрашивают у меня за дреды, у вас нету, блядь, аватарок? Почему? Как будто один человек постоянно пишет с разных аккаунтов, не понимаю. Может, у вас комплекс, пацаны? Что за хуйня? Объясните мне. Вас так волнуют волосы на других мужиках? Это очень странно, блядь. Предлагали сняться во вписке? Нет. Я ж тебе говорю, всем на меня похуй. Как плечо болит? Я в ЕКБ. Не знаю, сольным, не сольным. Передаю привет Андрюхе. Андрюха, держись. Ты чё? О любви грустишь? Не, я не грущу о любви уже. Давно причем. Все заебись. Мне незачем грустить о любви. Вы, наверное, вообще даже, бля, не ожидаете, что будет на релизе у меня. Очень, блядь, уже хочется, сука, его дропнуть. У меня тут же, кстати, всякие демки на компе. Я слушаю, значит, не похуй. Ага, Версус, кто эти вопросы? Передай шата, ага, педам. Нравится, хочется агрессивной читки будет. Это везде на лавке начали, блядь, что охуеть просто. Тебе хату, бля, еще можешь сказать, братан. Релиз взрывной или лирика? Я думаю, это взрывная лирика для экрана. Ну, вот заблуждение, скорее всего, это фиты, возможно, ну и все, что вообще есть в сети, я думаю, это такое. Не, фастфлоу не будет, пацаны, будет просто пиздатый очень музончик, я думаю, это. Если вам нравились релизы SidXRM, а это Мочевилс, допустим, второй, который больше похож на рок, вот тогда вам к моему релизу. Почему так долго? Ну, бля, потому что один практически. Ну вот Никита там
иногда садится, говорит, давай что попробуем, что-нибудь сведем. А так просто все. Привет. Вижу тебя. Не, там не соседи, там кот, который, короче, сегодня насрал на роутер. Как вам такая вот история? Типа хотели... истории из русского рэпа, вот вам, пожалуйста. Релиз не знаю, я думаю, что я до Нового года не успею, это точно, но я успею дропнуть пару треков, это железобетон, ну один точно, он как бы готов, он у меня вот на компе, просто по звуку осталось чуть-чуть настроить баланс, и я его сразу же отправляю на площадку. И это типа первый сингл, который скажет, что у меня вообще на релизе будет, какой звук. Ну, я еще раз говорю, что если... здесь есть ребята, которые слушали Мочевился, вот эти все, ну, особенно второй, вот типа вся вот эта темная, короче, тема, полурокерская, вот, такая там будет. Ну, короче, не, будет всякая интересная. Но я думаю, в любом случае, половина релиза вам должна будет зайти. Я, блядь, ебался с этой хуйней очень долго. Как бы я не обещаю вам там хуйни, типа, аморальные текста, как вы это называете, там, панчлайны, всякую такую дичь, там, навряд ли вы это услышите, но общую энергию, типа... почувствуете, поймете вообще, над чем я работал. И я думаю, многие из вас поймут, что это намного интереснее звучит, чем все, что вообще я до этого делал. Потому что одно дело выйти и потараторить просто там, как вот сейчас всем нравится, мне уже просто, меня тошнит от этого. Не, над альбомом работать немного, то есть у меня все каркасы, короче, у меня все есть. Единственная проблема — это проклятие второго куплета. Типа многие с ним сталкиваются, и сложно, короче, просто сесть что-то написать на второй куплет. А припевы там, всякие интрошки, куплет первый, все есть. Да там не то, что сочетание с Сидом, я типа ушел, короче, в экстримчик немного. Но это не тяжелое, типа, музло будет. Но мое. Такое вы навряд ли, типа, слышали. Не подобие, а экстрим будет. Просто не хочу, чтобы вы судили вообще все, что... Меня, точнее, потому, что выходило последние полгода. Потому что я от себя ничего не выпускал, вы не знаете, что я готовлю. Только по паре сниппетов можете хоть как-то предугадать. Слияние прошлого творчества с настоящим. Ну, короче, можно и так сказать. Я думаю, это вообще апогей вообще всей моей музыки в 2018 году. И я думаю, это только начало. Я вышел на нормальный уровень. Ей тоже привет. Я тебе еще раз говорю, не суди, потому что выходило Татьем 86. У тебя черная футболка, черные волосы. Вот, я тебе хочу сказать, не суди, потому что выходило. Наталую, ну, по стильку, может быть, но такой хуйни, как Талая, не будет там, потому что полный бред в плане текста, просто сказочная какая-то хуйня. Не, мне не стыдно. Это был протест, это был крик, короче, мой, когда у меня взорвалась просто жопа. А сейчас я
проще ко всему отношусь. Ну вот, что в машине хорошо звучало, нужно хорошее сведение и мастеринг. Почему интриги не так хорошо? Да, блядь, как много вопросов. Не, я стреньки, пацаны. Бля, да, это опять случилось. Я сам, бля, в ахуе. Извиняюсь за эту хуйню. Я не спецом. Просто я думаю, все встречали эту хуйню, типа, когда вход в телефоне просто не позволяет тебе никакие действия совершать. Да, данная стадия не поддерживается, брат. На пике, блядь. Я не помню, по-моему, 96, но это уже прям у меня пузан появился. Просто чистоганом вообще, по-моему, невозможно набирать, если ты не эктоморф там какой-нибудь. Но я еще люблю там шоколадки похавать. Треню доделаешь? А что ты делаешь? Что у тебя по программе там сегодня? Планы после релиза разъебывать жестко. Выходить из тени. Из тени. Потому что пора уже. Я обычно так и делаю. Я как дракон, короче, улетаю, делаю свои дела, а потом вылетаю, разъебываю. Пока я так, короче, с вами посижу, телефон полежит, чуть подзарядится, потому что это просто невозможно. Я знаю, ты живешь, не, наверное, не будет. Тебе, наверное, бит просто понравился там. Там неплохой бит. Блять, вы это знаете, короче, на некоторые на кого похожие чуваки приходят в цирк. Такие, ну давай-ка вот это сделай, а давай теперь вот это. Ёбнули, что ли? Последний альбом Блэка неплох. Он явно неплох, но добавил, сейчас тебе скажу, что добавил даже. По-моему, Unfair, Balenciaga Challenge, и сейчас скажу. Black, Balenciaga Challenge, Nonchalant, Sorry. Треки, которые я добавил, ну, Sorry, я, по-моему, даже не помню, что там. Самая лучшая моя песня еще не вышла. Ghostman. Я его слушал, когда его, короче, вообще практически никто не знал. Мне показали там два чувака.
Это было очень давно, у него еще был этот клип. Как же он там? Что-то... Какая-то такая хуйня, короче, даже не знаю слова там, но у меня тогда нормально цепанул. Потом он уже мейнстримчиком стал и уже неинтересно было. А биток не мой, не могу тебе продать. Может, я на него когда-нибудь что-нибудь напишу. Но он чалан, да, сильный вообще. Прикольный. Я не занимался борьбой, у меня нет заслуг по борьбе. Я уже начал ходить. Не, Shout X2, это первый трек, который выйдет. До Нового года нет, я же уже сказал. Я не успеваю. Да в детстве была подписка. И оттуда, наверное, понахватался. Кит, здравствуйте. Здравствуйте. Любимая шоколадка Kinder Delice. Да, но не сейчас. Да какой призрак, бро, ты чё гонишь? Когда это было? Эмо, Вайленс, Скримо. Не, не моя тема. Я же не прям, короче, жесткий говнарь в этом плане. Ну, типа, у меня рок закончился на Линкин Парке. То есть это прям вот я слушал его там на диктофоны, когда маленький был, записывал. То есть это все мое, весь мой рок, наверное, на нем завязан, потому что он прям с первых, короче, аккордов меня зацепил. Я увидел From the Inside, короче, в 10 лет на телеке показывали клип. Я вообще не понял, я такого даже не слышал. И я подошел к маме и сказал: мам, я хочу это слушать. Она сказала: нет, такую хуйню ты не будешь слушать. Ну, потом все-таки купили мне диск. Я был счастлив. Да, вот эти вот песни «Пью с одиночеством» в нарисованной хижине, это я не знаю вообще, это вот что со мной происходило в данный момент. Не в данный, а в тот. Почему на концерт с Сидором ВКБ делал под плюс? Потому что устали. Пришлось выбирать, найти, короче, грань между шоу и лайвом. Поэтому мы читаем плюс один часто. На начальных этапах как развиваться, не знаю, просто писать текста и делать музыку. Я делал лично так, я никакие там ну, никакие схемы не знаю. Ты просто пишешь и слушаешь себя. И в один момент ты поймешь, что у тебя что-то получается, но это не сразу будет. И я сам до этого, наверное, еще не дошел. Музыка из Карлорда, да блять, кто и с ней не знаком. Да я с треньки пришел, что-то подустал немного. Каша овсяная, кашка только овсяная, пацаны. Да, если бы вылетело, я бы, наверное, просто сам бы в окно нахуй тут вылетел. У меня после второго раза уже подгорело. Спортпит, да-да, блядь, вообще в невероятных количествах одно время я его принимал. И это было не совсем
Правильно, наверное. Овсянку просто на воде, братан, просто на воде жрешь и все. Да я не лагаю, я просто сворачиваю и смотрю, сколько у меня батарейки, не отсоединился ли опять этот провод. Да, буду миксовать, я уже сказал об этом. Спасибо, Вадим. Я тоже надеюсь, что люди эти рамки у себя в голове немного раздвинут и послушают мой релиз не просто как сайт проекта, а хорошее музло. Возможно, на жизненном. Но это такие вещи, типа, о которых не говорят. Не знаю. Где-то что-то от себя, где-то что-то от чего-то, что видел. По-разному. А, ну выезжайте, я вас, типа, я на другой тачке просто приеду. Закончу. Окей. Ты бы, бля, погромче еще сказал. Да, это nice были такие кроссы, ты шаришь. Это топовые кроссы у меня были такие. Как прокомментирую? Не знаю как. Никак, наверное. Я же не учитель там какой-то, чтобы меня понимали там сидели. Если кто-то выкупил, ништяк. Круто. Но я там ничего прям такого сверхъестественного не говорю. Это нормальное отношение. Несколько строк подряд созвучных рифм зависит от контекста, куда ты это засунешь, как это будет звучать с конкретным битом. Такая тема. Да, лаганул, я говорю, я сворачиваю иногда экран, смотрю на зарядку, чтобы не вылетело. К женскому рэпу. Да нормально отношусь. Ну, не к русскому только. Русского пока ничего не слышал, ни одного трека. Да-да, возможно, засрали. Может, нет, я там не все читал. Как бы для этого, наверное, и нужен интернет, точнее социальные сети. Вот и свернул для экрана, я привет отправил случайно, пока писал. Привет, привет. С иксом, не знаю. Когда встречи с ним? А сколько ты дашь мне лет? Учебу в школе, про период вам рассказать. Да, ничего такого интересного не было. Все как у всех. Ну, если ты жил в маленьком городе. И не так, не в самом лучшем. Есть просто маленькие городки такие, типа все друг друга знают, все. Добрые такие, но это не в России. Да я никакой образ не менял, просто снял маску. Да, меня, кстати, мне при этом показывали этого типа Туманио. Он там где-то рядышком тоже бегает.
Ну, вроде неплохой у него материал. Я все, правда, не слушал. Идея трека «Лавина», а что в нем необычного? Я только засрал трек, ну, в смысле бит. Можно было намного лучше сделать, я просто тогда... Лишь бы, лишь бы. Не, не слышал. 187 Stress Band, если правильно прочитал. Да, с Кидом я давно знаком вообще. С начала, наверное, творчества Сидэкстрэм. Ну, спроси у Серого, зачем он пошел, не знаю. Может, ему хотелось. Не, меня никто не узнает практически. Я достаточно спокойно живу в этом плане. Ну да, но я ж, блядь, никуда не пошел, лол. Хули мне там делать? Что слушаешь из тяжелой музыки? Ну, рок я не слушаю. Мне нравится, если уж рок, то помесь какая-нибудь. Трэп, допустим, рок. Какой-нибудь Омен. Если вы не знаете, кто такой Омен, я вам сейчас включу, и вы обосретесь, наверное. Это типа, ну, прям достойный материал. Мне очень нравится Омен. Но это старый трек. Не знаю, слышали вы его или нет. Так, вот Омен. Давайте послушаем Омен. Чуть-чуть. Ну, это не совсем тяжеляк, но не самый лайтовый звук. Вообще ёбнутый нахуй, просто ёбнутый. Ну бля, Омен, в принципе, вот все, что у него последнее выходило, мне ничего не заходило. Вот этот вот трек Массакре Омен, он получается какой Омен, блядь, 13-й? Массакре трек называется. Сейчас, может, так будет видно. Если кому интересно, вдруг вот Омен Массакре. Чувак, такой, короче, нигер, молодой, с дредами, очень страшно разъебывает. Побриться? Ну, обязательно послушаю, сейчас пойду побреюсь. ДМК. ДМР Клав, не знаю, как, короче, это читается, это первый трек, который выйдет. Ты просто знаешь этот трек, поэтому я вот тебе говорю. LJ Production, брат, здорово. Этот вот чувачок, который прислал мне махающую руку, помогает мне вот со сведением последнего трека. Я ему очень благодарен. Так, могу еще вам, короче, ладно, заценю кое-что. Если, блядь, вы меня не перестанете доебывать. Сейчас. Это вот кусочек вот с трека, с моего релиза. Может быть, кого-то это заставит его ждать. Сейчас. Прикорить. Стой, 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 стой. А, это бит. А бит нам не нужен. Сейчас, чуваки. Вот же он знает, что делать.
я не хотел, вот максимально не хотел показывать. Все. Короче, слушайте, но здесь очень хуёвый звук, и это не сведено. Но давайте мы послушаем. Ну, такая, короче, есть хуйня. Да, сливайте, типа, если чё. Но я о том, что, бля, я отвечаю, вас это разъебёт. Вы, типа, думаете, что я пишу какую-то хуйню для девочек, но вы просто не шарите. Релиз реально, короче, мне даже самому нравится, вы понимаете? Так что готовьтесь. Типа, я старался. Могу еще заценить обложку, если вы хотите. Но это демка обложки, потому что у меня ничего готового не бывает. Так, обложка, это у меня где-то здесь. Она такая, короче, опасная у меня получилась. Этот трек выйдет до релиза. Нет, он не выйдет до релиза, он выйдет на релизе. Так, ща. Обложка. Это вот что-то вот сложно, как мне ее найти. А вот же она. Так, нет, стоп, это не обложка. Почему-то, блядь. Это только картинка с обложки. Ща, ребят, я просто очень тупой, походу. А может вот здесь вот? Да. Обложку, да, сам делал. Поэтому она не прям топчик, но мне нравится. Передает то, что мне нужно. Все. Вот такая вот будет у меня опасная обложка. И тут сразу светится название релиза. Релиз называется у меня «Чуваки Капуэйра». Если интересно. Вот. Это все, что я пока вам могу рассказать. Так что Капуэйра — это то, что должно случиться, наверное, с русской музыкой. Не знаю, я, конечно, так говорю. Но как есть. Пожилой крокодил. Наверное. А я запалил уже кусочек демки, чувак. Ты опоздал. О, и к чему это название? Бля, не знаю, к чему нахуй. Не знаю, ёбаный в рот. Вы чё такие, сука, серьезные? Просто, блядь, вот мне захотелось. Потому что капуэра, во-первых, как явление, как спорт, мне очень нравится.
Бля, вы если, короче, пытаетесь шутить, вы хотя бы шутите смешно, пожалуйста. Типа, вы пытаетесь меня подъебать, но вы почему-то, у вас-то плохо получается. Вот, Эдди, братан, это вот мой перс. Это мой перс. Ну, давай, попробуй, доебись. Не забросил. Ну как забросил на год. Многие видели там по фотографиям, что выгляжу я не очень, блядь, хорошо. Студия в Екатеринбурге есть Quality Records, там сидит тип. И есть еще Свобода улиц. Вот я туда хожу. Там тёлка есть, ну, блядь, и Эдди тоже есть. Только, блядь, когда появилась тёлка и когда появился Эдди. Это как бы, ну. Хотя, бля, стоп. Она ж, по-моему, и во втором была. Ладно, похуй, я уже не особо как бы играю. Пожилой пельмешек на спортике. Пожилой пельмешек, может быть. Да, по-любому поменялось. Ну, не то, что поменялось. Я бы с удовольствием выпустил 5 треков, потому что их можно сразу практически все послушать и примерно оценить релизы. Когда их, блядь, 13, ты сидишь такой, блядь, ебать треков. Но обычно я не люблю, когда много, но, скорее всего, выпущу много. Просто такая вот интересная штука, что релизов у меня получилось несколько. То есть их практически, скорее всего, 3. Ну, набралось столько материала, что я могу это разделить на 3 релиза, на 2 точно. Но, бля, мне вот на первый бы выпустить, там уже будет видно. Но треков у меня очень много, чуваки, очень много. Опять, чуваки, где я это взял? Начать с R&B. Да я его давно писал просто в стол. Я ничего не выкладывал, потому что я знал, что всем нужно, чтобы я тараторил и рычал. И я поэтому думал, да ладно, похуй, для себя буду писать. Просто я сидел много времени и с этим материалом в столе и смотрел, как чуваки бездарные абсолютно стреляют. И такой подумал, бля, это странно. Ну, ждете вы месяцами, чуваки, потом. Да, блядь! Ждете вы месяцами, потому что у меня нету мастеринг-инженера какого-нибудь и чувака, который будет сводить все сразу. Чтобы, допустим, я сказал, вот у меня трек готов. Мы сели все и свели. Как бы есть на студии там ребята, но не думаю, что это будет то качество звука, которое мне нужно. Я включал уже, не могу. Обои максимально беспонтовые, по-моему, вообще точно не на мой вкус. Да не, Мертвый Икс, мне кажется, ничего не собирает. Я думаю, люди понимают, как этот альбом собирался и, ну,